Иное измерение русской культуры. Скиталец. Я оторван от жизни родимых полей. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Я оторван от жизни родимых полей, позабыт моим краем далеким, стал чужим для родных подъяремных людей и отверженцем стал одиноким. Но для тех, в чью страну я заброшен судьбой, я не сделался близким и другом. Я их проклял проклятием злобы святой, и отброшен я сытым их кругом. Сытой пошлости я покориться не мог и ушел, унося свою муку. И тому, кто отвержен, как я, одинок, подаю мою сильную руку. О, придите ко мне, кто душой изболел, кто судьбою своей не изнежен. О, придите ко мне, кто озлоблен и смел. О, придите, кто горд и мятежен. Вы живете во мраке, в оковах, в аду. Я вас к свету, к свободе вперед поведу. Верьте, некуда больше идти. Нет иного пути. Читано по изданию «Скиталец», том 1, «Рассказы и песни», издание 4, Санкт-Петербург, издание Товарищества знания, 1903 год.